Добрый день, меня зовут Валентина, и я сегодня хочу рассказать о поездке одного дня нашего паломничества в святые намоленные места Оптина Пустынь, Клыково и Шамардино. В этих местах мы были в 2017 году. Посетили первую Оптину Пустынь, отвели времени больше 4 часов, поехали в Шамардино, там тоже было часа 3 у нас, и последнее место было Клыково. Очень было мало времени, всего 1,5 часа, и мы не успели все посмотреть. В этом году мы решили поехать с паломниками сначала в Клыково, Шамардино и Оптину Пустынь. Об этих святых местах Клыково, Шамардино и Оптина Пустынь у меня есть 3 ролика. Кто желает посмотреть, в 2017 году я подробно рассказывала про эти места. Сегодня я хочу повести рассказ о красоте внешнего осмотра монастырей, изобилие цветов, лилий, флоксов, георгинов. Просто глаз не отвести. Давайте смотрим. Приезжие в Клыково встречает наш вот такой памятник, посвященный Кукше. Столько приехало паломников, мы приехали рано утром, и храм открылся в 8 часов 30 минут. Дождик нас встретил. Матушка схимонахиня Сепфора, 13.05.97 год. На подставочке сделали. Да, уже по-другому сделали. Не было креста вот этого. Ага. Там тоже лампадки поставили. Дом с схимонахиней Сепфоры. Лилии какие. А это гигантская прям такая лилия желтая. Красота. Вот он. 1,60 м у меня рост, а здесь она выше меня. Такая красотища. Бесподобно. Сейчас обойдем. Это надо видеть, как она цветет. Просто бесподобно. Да еще после дождика, дождик прошел. Красота какая после дождика. Георгинка. Дымочки. Надо посадить. Эту мамку куда-то садила. И они очень красиво смотрят. Шамардино. Монастырь. Такой. Паломников куча. Людей столько много. Красиво. Рябина. Здание такое красивое. Бесподобно. Ой, боже, какая красота. Лили.
А, все, я понял, да, прошу. Целые букеты. Никто не будет спасать, здесь даже не обсуждается, крайне всегда должен быть. Такая вот высота лилий, 2 метра. Какая разновидность лилий, красиво. Бесподобная просто. Колокола, какие красивые. Здесь сколько есть? 10. Я думала, уже 20. Вот я водичку святую набираю. И купе. Мужская и женская. Сейчас мы ее и пойдем. Поднялись на большую половину. Вот ступеней прошли. Вид такой бесподобный. Красота какая. Площадка смотровая такая для отдыха. А еще же нам подниматься половина пути. Типа ступенечки на пустынь. На пустынь идем внутрь. Мы на территории. Вот так. Вот она, колокольня. Ой, все благоухает в цветах. Смотрите, какая красота. В тени пустыни. Все в цветах. Реставрация здания идет далее. Я этого помню, мы были весной, там такие цветы были. Вечная вода. Сюда за водичкой святой. Храм. Путешествие наше заканчивается по храмам, по монастырям. Последний путь. Мы набираем святой воды в дорогу, домой, всем родственникам.
Спасибо всем за просмотр. Кому что непонятно, спрашивайте, я всем отвечу. Всем пока-пока.